давайте еще раз. В гостях у зимней сказки смогли побывать ребята, посетившие новогодний праздник в Портленде. Для них была подготовлена интересная программа, конкурсы, театрализованное представление, игры со сказочными героями и многое другое. Никто не смог усидеть на месте и заскучать. Все были задействованы в различных активностях. Конечно, уже традиционно сотрудники Портленда не просто придумали праздничную программу, а вложили в нее очень важный для ребят смысл. Через все представление красной нитью пролегает мысль о том, что добро всегда сильнее зла, и добрым быть намного лучше. Наша подготовка проходила достаточно долго. Мы очень хотели, чтобы было очень много народу, чтобы дети были счастливы в этот момент. Мы хотим донести до детей то, что есть плохие герои и хорошие. Но, конечно, великий праздник Новый год посылает людям только радость, счастье и только положительные эмоции. Поэтому наши герои сегодня отобразят всю нашу задумку. Я надеюсь, что детки будут счастливы и рады видеть Деда Мороза, Снегурочку, мисс Шопокляк и, конечно, Чебурашку. Понравился ли детям праздник, можно было и не спрашивать. Весь восторг и радость были написаны на их лицах. А вот родители, что привели своих детишек на новогоднюю елку в Портленд, с удовольствием поделились своими приятными впечатлениями. Видели объявление? Очень много интересных конкурсов, которые интересны даже нам, уже взрослым. Поэтому огромное спасибо Портленду. Настроение у нас до Нового года будет отличным. У нас уже традиция, мы всегда посещаем праздники новогодние. И это не наш, не первый, не последний праздник в этом году с елочкой. Настроение, конечно, позитивное, море эмоций. Дед Мороз, Снегурочка. Это всегда радость, всегда хорошее настроение. Мы очень рады, что пришли сюда, что организовали для нас сегодня, для наших детей праздник. Ну, это здорово, замечательно. Очень он участвует во всех конкурсах, он довольный. Довольный ребенок, довольна и мама, естественно. Конечно, праздник не обошелся без традиционного зажигания огней на новогодней красавице и подарков от Деда Мороза, который с удовольствием выслушал подготовленные стишки от ребят и их желания. В общем, с уверенностью можно сказать, что праздник удался на славу. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.